Андрес Мартин Лопес запускает Блокур, компанию по управлению правами на музыку, которая использует Ethereum блокчейн. Задача Блокур – сделать так, чтобы музыканты получали деньги пропорционально доле, принадлежащей им в песне. Лучший способ сделать это – записывать права на музыку в систему блокчейн, говорит Мартин Лопес. Блокур также будет отслеживать процентную долю каждого правообладателя отдельной части музыки, выплачивая за нее деньги напрямую с помощью криптовалюты. Сейчас Блокур работает уже с 3000 музыкантов и 10 000 авторами песен. Команда из 5 человек сотрудничает с такими коллективами, как Radiohead и Imogen Heap. В настоящее время компания ведет переговоры с несколькими крупными издателями, занимающимися правами обществ и художников, и собирает данные от первых пользователей о том, как улучшить платформу.